Каллиграфия, ну, дословно, это красивое письмо. У кого какая рука, у кого какой темперамент, и у кого какое, между прочим, настроение. Вот один и тот же человек в разном настроении пишет разные вещи. Надо написать одно слово. Я беру его, пишу вот на, видите, на белом листе без всяких разметок. Я примерно представляю его вид, его размер, да, размер букв, примерно как оно должно лечь на бумагу. Когда пишешь вот такой текст, палец вот этот не имеет просто-напросто. У меня он не имеет. У моих знакомых он болит там. Одна художница вообще говорит, я, говорит, дня три не сплю после того, как напишу. Потому что действительно постоянно идет нажим, вот, и причем не просто нажим, да, а вот он в определенных местах, с определенным ритмом. При выполнении большого штриха, при перемещении, чтобы он у вас не дрожал, а чтобы было плавное перемещение, да, вот как в ушу вот эти все движения, вот такое же движение должно быть и в каллиграфии. Оно как раз создает ту самую красоту и ту самую гармоничность надписи. Вот это очень важно, это, собственно, самое главное.